Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наш любимый магазин делает скидки на скидки, экстра скидки на скидки. Это касается сумок и это касается часов. Я сейчас поделаю несколько видео, я уже начала. Не знаю, как я буду компоновать ту цену, которую я везде называю сегодня. От этой цены 2 дня будут скидки минус 30%. Поэтому выбирайте, кому что нужно. Вот. И дальше вы знаете, как считать. То есть вы берете цену, которую я называю, отнимаете 30%, прибавляете 6% налог, который я заплачу на кассе, прибавляете 15% мой интерес, и вы получаете сумму в долларах, которую нужно заплатить за товар. По пересылке самая минимальная посылочка – это 30 долларов, если вы часики просто отправляете, просто часики. Курс считайте 60. Ну, 65 считайте, не ошибетесь, будет чуть дешевле, вам приятно. Ну, как-то вот так вот. А так сумочки от 50 до 70, если крупненькие. Вот, у кого несколько моих посылок, те как бы поймут. Наслаждайтесь, кому интересно, кому не интересно. Пока-пока. Итак, сегодня 50%. Вот эти часы, здесь их можно 137,50, Michael Kors. 125, это вот эти такие же, вот эти 112,50, ГЭСовские часики, это явно мужские, 101,50, это дизель, Никсон, нет, ребятки, это Никсон, 250, это вот я уже с 50% скидкой называю. Смотрите, какая прелесть. Это вот все желтое золото, лимонное, не розовое. Ну, имитация, понятное дело. 62,50. И вот эти ГЭС. 62,50 тоже. Фазилевские часики. 52,50. 57,50. 67,50. Те же 50% на часики. Базиль 67,50. 67,50. Ну, я так думаю, так эти одинаковые. Эти 108. Это вот эти. Эти 87,50. И эти 67,50. Так, ГЭС 47,50. Фасл 87,50. Майкл Корс. Какая красота, 112,50, смотрите, какая прелесть. ГЭС, ну это мужские явно. Вот они тоже, видите, как 94,50, вот мужские, хотя их можно и женщинам одеть, а вот это, ну явно же женские, с такими золотыми звездами. 105. Thank you. You can give me next. It will be much quickly. 77,50. Санжен, can you read this? Санжен? Скеген? Denmark. Скеген? Скеген? Yes, ma'am. Ой, вот это оказывается Скеген. Вот так вот прочитаешь. 67,50. Thank you. Так, это Michael Kors. 137,50, 147,50, это от них же, они по размерчику отличаются, вот эти покрупнее. Так, это золото, ну не розовое, ну нет, наверное, и не лимонное, как бы под золото, 125, и эти Майклы Корсы, ой, какие миленькие, 97,50, такие тоненькие ремешочки. И вот этот на ремешочке Michael Kors 75. Thank you. Фасл. Эти по 47,50. Эти 57,50. 57,50. 57,50. Thank you.
Так, Michael Kors. Ой, какая прелесть. Этот ремешок тканевый. 97,50. 112,50. Гэсовские часики 115. Ой, ну вот это-то женские точно. 75. Смотрите, какая красота. I like very much. Thank you. Mm-hmm. Так. Fossil. Смотрите, какая красота. I think it's leather, yes? Can yes. You? It's going to be false leather, though. Mm-hmm. It's not genuine. Это кожаные ремешочки. Так, у этих часиков 62,50. Эти 57,50. Но у этих резиновый какой-то ремешочек. И у этих 42,50. Так, Michael Kors. Вот эти два. Светик, мы с тобой их хотим. Глянь, они уже на скидке 50, тогда были на 30. И завтра по экстре будут минус 30%. А стоили-то они 250. Как раз двое, одни тебе, одни мне. Светик, будем брать или отдадим кому-нибудь? Как она мне написала. Ирина, зачем ты показала красные часы? Я теперь спать не могу. 101,50 фасо. И эти тоже 101,50. Thank you. Mm-hmm. Так, эти Kate Spade. Но почему-то они какие-то смотрятся простенько. А так цена у них 97,50. Но ремешочки все резиновые. 97,50. Вот эти с цветочком сейчас проверю. Тоже 97,50. Так, вот эти 112,50. Это Kate Spade. $87,50. Ну, конкретно там, может быть, я какие-то, если пропустила, то я думаю, не страшно. $97,50 эти. Thank you. Mm-hmm. Так, это мужские фасо. $57,50. Вот эти как-то очень темно-синие, прям почти близко к черному. Так. Эти 47,50, это вот эти зелененькие, а эти 62,50. Thank you. Mm-hmm. Так, what is brand? What is name? What is it? Fossil? Yeah. It's Fossil. And what is Look. Oh, it's Guess. Ah, it's Guess. Michael Kors. Fossil. Can you again read, please? How it's correct? Skagen. Skagen. Это Skagen, ребята. Почему я решила, что это Skagen? Так. 62,50. Вот эти красивые. Блин, правда красивые. Wow. It's very beautiful. 72,50. Вот эти синенькие. Блин, посмотрите, какая прелесть. Очень оригинальный. Даже хочу посмотреть, как ремешочком просто сделан. Thank you. Mm-hmm. 62,50 эти. 57,50. 47,50. 57,50. Это все фасо. Thank you. Так, ребята, Armani Exchange. It's Armani Exchange? Yes, ma'am. Смотрите, красный ремешочек. То есть очень красивая цена, 87,50, и будет 30% скидка. Вау! Просто сказка. Так, 72,50 вот эти часики. What is brand? I can't. And the Skagen brand. Ah, it's Skagen. Mm-hmm. Thank you. Yeah. Так, Armani Exchange, все вот эти часы. 80. Не все. Эти фасо 67,50. Эти фасо 52,50. Эти ГС. Вот это нормально. Это два крайних всего Armani Exchange. 105. И эти Armani Exchange 122,50.
Такие, это 50% скидки, напоминаю. Thank you. Mm-hmm. Эти все фасо. 62.50. Вот эти. Ну, вот эти женские, а вот эти больше похожи на мужские, хотя женщины их тоже могут носить. Вот эти двое одинаковых с металлическим ремешочком, а эти с кожей. Скаген. Это вот этот скаген. Ну, он какой-то смешной такой, 47.50. Ну, короче, вот такой, резиновый. Это для девчонок, для молоденьких. Совсем для деток. Так, вот эта витрина конкретно Фрай. Это очень дорогие часы, вот с таким ремешком. Oh, it's very cool. It now 30%, yes? I believe so. 25 or 30. Yep, you're right, 30. 227.50. What's this price? Let's take a peek. So it's originally 325, it's marked down to 227. 227. Со скидкой 30%. And this on sale too? Yeah. Ребята, ну это вот крутой американский бренд. So they're both gonna be 206. 206. Mm-hmm. 206.50. Can you show only price? Don't touch this because I see. I got you. Mm-hmm. 227.50. Thank you. Uh-huh. 245 вот эти вторые. И эти 245 тоже. Окей, thank you. What about this price? $227.50. Угу. 225. Эти 175 женские. Эти 175 тоже. Thank you. And this one complete? For women and for men? So that one's 175. А, эти 175. Нет, это не один комплект, это 245. Ну, посмотрите, какая прелесть. Прикиньте, завтра сверху ляжет скидочка. Вот такие есть. Но это вот женские часики, которые вот на руку наматываются с двойным ремешочком. 175. Yes, I see. Thank you. Так, и здесь еще. А, нет, это скаджен. Все, закончились те. Никсон. Фасон. Скаджен. Эти красные не вижу кто. Джен, что ли? Скорее всего, да. Короче, если кто разглядел, смотрите. О, дизель, вот эти классные часики. Вау. Вот эти дизелевские двое часов. Вот прям волшебные. Ой, а вот-то дизель какой. Мама мия. Какая красота. 6, вот такой крутой дизель. 395 это вот price before. Yes? Mm-hmm. 395 стоили, вот сейчас так. Вот, смотрите. Вот эти, наверное, по такой же. I think it price same. За 100. 182 сейчас уже со скидкой 30%. Thank you very much. 154 эти. А, это дизель ту? Yes, ma'am. 126. Ой, я почему-то их не разглядела. 122. Окей, okay, this is the same. Yes, these guys. Maybe one this. Mm-hmm. Yes, фасо. Фасо подешевле, 80. This one's 105. Nixon, 105. Thank you. Yeah, I'm trying to do it fast for your video. 350. Это Armani Exchange? What this? Nixon. Yes, yeah. So, this one's priced wrong.
price. I don't know why that one's 350, but this one's going to be 87 for both. 87, boss. Mm-hmm. Okay, thank you. На витриночке написано Michael Kors 50%, но на самом деле это здесь вот 77.50, это Skyken. Опять забыла, как это называется. Так. What's this? Так, это фасл 72.50, классные кожаные ремешки. Этот фасл 62.50, этот 72.50, этот Skagen 77.50, 47.50, 77.50. А вот эти мы уже видели, 72.50, но вот эти классные. У них вот этот синий ремешочек, посмотрите, какие они волшебные. Он мне очень нравится. Волшебный фасл. Так, Michael Kors. Девчонки, кто любит зелененькие? Ремешок такой и этот такой. 87.50, целых двое их. Так, здесь фасл 72.50. Это одинаковые, что ли? 57.50. Это Michael Kors 125. И это фасл, по-моему фасл. Или кто это? Нет, это ГС 47.50. Не видно, здесь не отсвечивает, что написано. Он такой зеленоватый экранчик, болотно-сероватый. Светик, ты не поверишь, там красненькие часики отложили до завтра. Так, Skagen 77.50. Может быть, это будет не Светик, конечно. Сейчас она меня распечет. Может быть, кто-то другой те красные часики купит. Можете спрашивать про них. Мы еще не точно решили. Гляньте, красивые ГЭСовские. Здесь у них как будто камушки. 65. Кто любит ГЭС? Michael Kors 97.50, а это я не смогла прочитать. Diamond Series $100. Это Armani. Это Armani Exchange. $100. Skagen. Ну, Skagen, вот я не знаю, наверное, на него не будет спроса 77.50. Я его не знаю. Может быть, это какой-то хороший бренд. 72.50 фасл. Michael Kors 137.50, ГЭС 50, фасл 50, 80-50, их двое. Эти Skagen 77.50, фасл 72.50, там цена. Этот фасл 72.50, эти ГЭС розовенькие. 57.50, 37.50, эти Skagen. Так, Armani Exchange, it is 50%, yes, it's 50%, 50%, Armani Exchange, 122.50, они одинаковые эти. Эти, значит, эти Armani 87.50, эти 147.50, эти двое одинаковых. 82.50. Вон девочка как нам старается. Thank you very much. Карма. Of course. 80.50 эти. 62. It's Skagen. 62.50. А, здесь тоже уже Skagen пошли. No, it's only 47. 47. Yes. Но мы не знаем этого. Этого зверя мы не знаем. Это кто здесь? What is it? I think these ones should be half off too. So 685, so should be around the 40s. What do you call it? What is it? Betsy Johnson. Betsy Johnson. Это Betsy Johnson. What do you say price? Well, they're originally 85, and then with the extra percentage off, they should be about 40, 42. 85? It's not marked yet. Okay. We ready? Skagen
57.50, thank you. Mm-hmm. Это дизель. Классные такие дизель. 120. Вот они двое одинаковых, вот эти и вот эти. It's same, I think. Yes. Mm-hmm. Look like... 100. Эти дизель 110. Эти 100. Нет, они разные. Вот эти покрупнее, потому что они 120, вот эти помельче. Вот эти дизели одинаковые, 197.50. Так, это я вам называю. Так, а это кто у нас тут? 60. What its name? Oh, this one is, I believe it's a diesel. Diesel? Yeah, oh, yes, it's diesel. Only 60. See, only 60. Только 60 всего на все. I have to get these ones. These are really cute. Ой, смотрите, вот эти классные Армани. Can we this little? This guy? Yeah. Yes, I won't touch it. Смотрите, какие классные Армани. Мальчиковские просто супер. 87.50. Вот такие приятненькие. Thank you very much. Mm-hmm. Так, эти получаются 105. Эти Nixon. Эти Fossil по 82.50. Эти у нас Skygen. Они нам, в общем-то, и не интересны. Only one. Чек, плюс 62.50. It's enough, I think it's same. 47.50, mm-hmm. Нет. Doesn't it a little cheaper? Yes. But this very beautiful Armani exchange. It's guess? Yes, yes, ma'am. 75 guess. О, приятно, смотрите, какие классные. 75. Yeah. Здесь тоже guess. 57.50. Эти guess электронные. 62.50. Armani Exchange 75. Кожаный ремешок у этих. У этих Fossil 37.50. Нет, это Skygen. Тоже. А, это женские. Вот эти. Ну, эти можно как и мужские 57.50, так и женские. Это Fossil. Это Kate Spade. Yes? И эти Kate Spade 97.50. Это вот лимонное уже. Золото. Так, ГЭС 52.50. Эти малышки Skygen. Skygen 62.50. Майкл и Корсе. Ой, и куда-то я вам не туда показываю, называю одно. Показываю другое. 112.50. Так, эти Fossil. Сейчас мы вот эти посмотрим. 77.50. Это симпатичненькие. Так, 82.50. Вот эти Michael Kors розовые. 97.50. Вот эти Fossil. 67.50. Вот они какие-то не лимонные. Вот эти, потому что лимонные, а эти уже, ну, они не под розовое золото, они как-то вот желтые, но не лимонные, но желтые. Вот эти, потому что вот розовое золото. Ну, эти Skygen 82.50. Так, сейчас мы посмотрим, кто здесь. Так, эти тоже не видно. Плохо так смотреть. Ну, мы приблизительно все уже посмотрели. О, I need this. Мы собрались, продавщицы со мной разговаривают. Хотят послушать, как я разговариваю. Не надо мне говорить, что я плохо знаю английский. Я хоть и плохо знаю английский, но они ржут надо мной. Говорят, им прикольно со мной разговаривать. 62.50 Fossil эти. Так, что-то я тут заговорилась, что ли, вам не назвала. Это ГЭС. 82.50. Так, эти Fossil. Эти вот на ремешочке, на таком вот. 72.50. Вот эти. 67. Вот открывают мне витрину и все. Первые разы говорили по одним часикам показываем, а сейчас они готовы, чтобы я им тут все на свете продала. Любят меня все.
72.50. Девчонки такие хорошие. It's for men or it's for women? Universal. Universal? Mm-hmm. Смотрите, какие Universal 157.50. Майкл Корс. Вообще прикольные. 192.50. Universal, ребята, не спрашивайте, какие это. Ох, а эти-то 192.50. Прям вот тут с такими. Вот это не просто, они вот там прям вот такие, вот такие. Вот такие еще Майкл Корс. Ну, вот это что-то новое. Вот это вот лимонное. 136.50. Fine, thank you, hello. How are you? Good, how are you? Fine. Yes. Oh, good. 122.50. Kate Spade. Armani Exchange 91. И эти Armani Exchange 122.50. Kate Spade. 136. Майкл и Корсы. Эти 157. Эти 192.50. Эти вот с белым. Ну вот это розовое уже золото. Если вот здесь вот желтое золото с голубым, то здесь розовое с белым. Kate Spade 122, Fossil 108, Michael Kors, розовое золото. Так, это витринка с 30% скидкой. 192.50. Ой, смотрите, какие классные гэсы. Прям на коч похоже, как будто там такие коч. Гэсы подешевле часики будут. Сейчас мы на них. Вот это вот что-то среднее между желтым и розовым, потому что это не лимонное. 98. Вот даже вот смотрите, вот лимонная. А это вроде бы еще и не розовая, потому что вот это вот розовая. А это какой-то средний. Так. It's who this? Ой, ребята, начала и не вижу. Вот эти вот точно Armani Exchange. Это все, значит, Armani. Опс, 346.50. Ой, а у них ремешок-то какой пружинистый. Так, эти 112, эти 115, ну эти Skagen, а вот эти Armani Exchange, а вот эти-то кто? Резиновый ремешочек. What is it? Armani Exchange? I don't see. Oh, guess. Смотрите, Armani Exchange, пластиковый ремешочек, резиновый такой. 66.50 всего, беленькие. Это вот женские, кто просил Armani женские часы? Целых двое. Гэсовские, вот такие красивые. Резиновый тоже такой ремешочек. 77. Майкл и Корсы, вот на таком, как бы тканевом ремешочке, 136.50. Вот они, Armani. Эти Armani 66.50. Ой, вот эти какие классные. Посмотрите. Сине-красно-золотые. Всего-навсего 98 с резиновым ремешком. Ребята просто шикарные. Так, эти Fossil 101.50. Эти Fossil 73.50. И эти Armani 171. Вот эти тоненькие такие. Тоненькие, в смысле, вот здесь. Ой, ну вот эти меня прям вдохновили. Красивые очень. Так, Fossil 94. Kate Spade. Kate Spade. Эти 122, эти 122. И эти. Это Michael Kors. 192.50. Ну, прям так дорого блестят. Вот эти как будто бриллианты. 50%. Я уже, ребята, устала. 62.50. Девочка меня спрашивает, а вам не доедает видео снимать? Я говорю, да вы что, сейчас мне как закажут часов. Я прям буду столько денег иметь сразу. Мне приятно. 52.50 Skagen. Вот, короче, они тут со мной шутят. Гляньте, дизели на 50% скидках. Так, и есть еще одни 162.50. Завтра будет экстра скидка. Так, посмотрим, что здесь.
Так, ну, в общем-то, все приблизительно мы такое уже смотрели. Только, может быть, цена вот этих 97,50. Так, Никса. Ой, опять Армани. Армани, Армани, женские Армани, мужские 187,50. Скайген уже не буду вам показывать. Фасл. Вот таких уже, по-моему, тоже много вам показала. Как бы подсмотреть эту цену, 67,50. 67,50 тоже. Немножечко другие дизель. Это не дизель, это Никсон. 250. Это Никсон. О, нет, это что? На праворуких? Видите, у него где вот эти штучки? На левшей, которые на правой руке носят часики. Получается, да, классно так. С обратной стороны. Ребят, вот смотрите, по полной цене. Вот 225, вот такие Майклы Корсы. Когда-нибудь тоже доживут до скидок. Поэтому те по 122 до сверху надо брать просто. Классные со скидкой. Так. Витринка 65%. Что здесь? Майкл Корс 78-75. Фасл такой. Ой. И сами не знаю, сколько стоит. Ну вот мы, короче, его приблизительно знаем. 75-50. Это Майкл Корс. А, это этот 75-50. А этот 68-25. Этот Майкл Корс 96-25. Такой Никсон. Не знаю, такой вот надо кому-то с Микки Маусом. Кто здесь вообще? Непонятно. 61-25. Этот Никсон 52. Этот Фасл 43. Этот Майкл Корс 78. Так. И осталось у нас последняя витрина. Что здесь? Кейт Спейд. Тоже 63. Нет, здесь есть Фрай, дорогой. Вот этот дорогущий Фрай. 122,50. Со скидкой 65. Это круто. 33,25. Вот эти фасы. Вот эти, которые вокруг руки обматываются. Фраевские часики. Вот такой вот ремешок у них. 122,50. Really? Это крутая скидка. That's cool. Maybe the return. 87,50 Майкл Корс. О, какие классные фраевские часы. Сейчас я их вспомню. 122,50. Эти фасл 72,50. И последний Никсон 52,50. Все, закончили. На этом мы заканчиваем.